Год назад молодые и инициативные студенты специальности журналистика Брестского государственного университета имени Пушкина решили, что будущие корреспонденты должны общаться, делиться мнениями и идеями, полученным опытом и новыми задумками. Причем не только в сети, но и в реальном мире. Так появился проект первой недели журналистики. На приглашение студентов брещан откликнулось большое количество желающих принять участие в образовательном форуме. В этом году их оказалось не меньше. Тем более новая программа мероприятия разноплановая и интересная. Это, безусловно, отрадное событие, тем более, что проводится она уже второй год подряд. Отличие первой недели от второй состоит прежде всего в таком расширенном формате, потому что в этот раз студенты подготовили очень много разных конкурсов, и среди них впервые будет проведена тотальная журналистика, будет дан мастер-класс и, соответственно, такое апробирование в городе с подведением итогов. Будет проведен фотокросс. Для нашей молоди, которая только-только повинна вступать в профессию, подобных мероприятий, по сути, не так и шмат. Тому нам треба уже сьогодні, щоб вони, скажем так, поступово долучалися до цього журналістського братерства, щоб вони, скажем так, ніде робили таку суполку поміж собою, тому що їм все ж таки вже, скажем так, не такий протяглий час пройде до того моменту, коли вони прийдуть у наші редакції, у наші, скажем так, електронні сродки масової інформації, і вони повинні прийти вже туди підрихтованими. Мастер-класи, тотальна журналістика, фотокрос, форум-театр. І це не повний список предложених гостям мероприятий. В цьому году ніяких конференцій і докладів, тільки практично. Практические занятия и их активное применение. За прошедший год молодые журналисты многому научились. И сегодня они спешат открывать для себя только новое и неизведанное. Сложно сказать, что заинтересовало больше. Заинтересовало все. Как бы мероприятия схожие по интересам. Ну, как бы журналисты к журналистам приехали. И, ну, надеюсь, что будет интересно, увлекательно и, главное, полезно. Жду новых знакомств, нового опыта. Возможно, будут какие-то планы на дальнейшее сотрудничество. Ну, жду много хороших фотографий, как бы я люблю фотографии заниматься преимущественно, потому что солнышко, Брест, южный город и улыбчивые лица, все-таки люди занимаются своим делом и любят свое дело, поэтому будет классно. В принципе, программа заинтересовала вся, но очень интересно попробовать еще раз себя в тотальном журналистом, а также интересен фотокросс, так как подобного у меня мероприятия не было, никогда в таком не участвовала, и думаю, что это что-то необычное и очень занимательное мероприятие. В неделе принимают участие журналисты, студенты факультетов отделения журналистики высших учебных заведений Беларуси и России, учащиеся гимназии и лицеев города над Бугом. Такие форумы, уверены организаторы, помогают налаживать активный диалог между вузами, а также дарят не только знания и опыт, но и новое знакомство.